Праздничный марафон стартовал. Сегодня у Монумента Матери появилась клумба с логотипом Первого канала. Такую клумбу будет сложно не заметить. У Монумента Матери высадили многометровую цифру 1 из бегуний и бархатцев. Цветочную композицию создавали ведущие федерального телеканала вместе с юными натуралистами города. Авторы программы «Дачные феи» в таких работах знают толк не хуже специалистов. Мы с Октябриной телеведущие канала «Бобер» и вот одноименной программы, соответственно, мы принимаем участие в создании разных красивых арт-объектов. Вот сейчас этим арт-объектом является клумба в виде символической цифры 1. Это символ Первого канала. Первый канал – всемирная сеть. Вот наш «Бобер», да, например, представляет ПКВС, мы называем такая аббревиатура. Клумба из цинерарии – это растение очень долговечное, то есть это декоративно-лиственное растение, оно не цветет, поэтому не нужно за ней ухаживать очень скрупулезно, она очень минимальна в уходе, и всегда как бы на возвышении будет видна жителям города. И я думаю, что она будет в полном цвету в августе месяце, как раз вот во время торжеств. 1 июня Чебоксары станут городом детской мечты. В программе благотворительной акции более 20 мероприятий. Так, в парке 500-летия откроется детский городок Чебурашка. На стадионе Олимпийский пройдет футбольный матч между чебоксарскими командами и сборной звезд. Сюда же прилетит на вертолете Леонид Якубович, чтобы подарить детям 550 эскимо. Самый популярный вопрос мне сейчас все задают. Почему мы приехали именно сюда, в Чуваши? Ну, потому что у вас 550 лет. Не каждый город, да, празднует такие круглые даты. И нам было приятно приобщиться. То есть у вас праздник, у нас праздник, у детей праздник. У всех праздник, это тройной праздник получается здесь. Это тройная эмоция, тройная радость, тройное волшебство. А мечты точно сбываются. Мы это знаем, мы в этом году тоже. Каждый раз перед тем, как приезжать в город, мы тайно наведываемся сюда. И узнаем, о чем мечтают, чего хотят конкретные дети, которым мы потом эти мечты исполняем. Собственно, у нас несколько машин и мешков вообще с подарками. Столица республики стала 17-м городом, где Первый канал проводит подобную акцию. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Республика.